Чертаклинском районе продолжается строительство магистрального водовода по программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект завершен на 90%. Проложено более 21 километра трубопровода. Из 88 колодцев смонтировано 49. На предыдущем этапе пробурены скважины на Архангельском водозаборе. Общая сумма контракта около 152 миллионов рублей. По завершении всех трех этапов качество водоснабжения улучшится у 20 тысяч жителей трех населенных пунктов района. Тем временем в областной столице по другому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идет ремонт Минаевского моста. Рабочие приступили к подключению нового участка теплотрассы. Магистраль переносили для беспрепятственного возведения пятой опоры переправы. На время подключения ограничат подачу горячей воды в дома на улицах Хлебозаводской, Водопроводной и набережной реки Свияги. На текущий момент идет слив воды из системы, после чего начнутся сварочные работы. Вода вернется в трубы после проверки герметичности сварных соединений. Вместе здорово! Наш регион представил лучшие практики здравоохранения на первом тематическом всероссийском телемарафоне. В их числе наработки и достижения региональной медицины по стимулированию работников предприятий к ведению здорового образа жизни. По словам экспертов, этот проект – первый командообразующий шаг к большой системной работе по здоровьесбережению работающего населения, что важно на пути к выполнению задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В телемарафоне приняли участие 10 субъектов страны, и к обсуждению подключились региональные и федеральные эксперты.